Русехаген вилла была построена в 1912 году, она деревянная в стиле модерн. Здесь жил раньше начальник металлургического завода Джордж Мерлоу Грэм. В доме была домашняя прислуга, огороженный сад и собственный пруд с форелью. А сейчас это ресторан, галерея и конференц-зал, также небольшой магазинчик. Тут можно купить от экологической бумаги для заворачивания хлеба до связанных вручную норвежских свитеров. В саду насчитывается около 120 различных видов роз. Yeah.
Рождественские печенья, хлеб, фукаття домашнего приготовления в старом таком корыте выставлен. Разные сладости, чаи, приправы.